главное предложение сегодняшнего дня. Лето – это самый долгожданный солнечный сезон. Давайте продлим его с помощью постельного белья «Цветочное счастье». С ним каждое утро станет еще теплее, еще радостнее в окружении летних и бодрящих принтов. Только сегодня мы вам даем эксклюзивную цену на любой размер, на любую расцветку. Только сегодня единая цена 999 рублей. И расскажет нам об этом восхитительном предложении наша Юлечка Колосова, дизайнер-декоратор, который непосредственно участвует в разработке эксклюзивных коллекций домашнего текстиля. С удовольствием это сделаю, дорогая. Коллекция отличается дизайнерским подходом. Каждая вещь из этой коллекции. Обратите внимание, это не просто красивые цветы, это возможность попутешествовать. Возможно, вы окажетесь где-то в Риме, воплетенной розами беседки, и тогда эти красивые садовые розы будут расслаблять вас, отдыхать, и вы услышите аромат кофе и круассанов, и вот она, счастливая жизнь. Возможно, вы вспомните о своих эмоциях. Обязательно в этой коллекции присутствуют ткани компаньоны, что разнообразит вашу постель, разнообразит оформление помещения, где вы отдыхаете, и, конечно же, получите вы, по сути, два комплекта по одной цене, а, возможно, вы откроете женскую шкатулку с драгоценностями, а там аметисты для вас. Посмотрите, как это красиво, там шикарные ожерелья, это ваша женская энергетика и эмоция, эмоция цветущих садов и красивых украшений. А есть у нас еще зеленый цвет, там сказочное озеро с кувшинками. Возможно, вы окажетесь в сказке. Вот посмотри, как интересно. Можно мысленно попутешествовать вот внутри своей энергетики, зарядиться этим и забыть обо всех проблемах. В спальне нам нужно именно это. Краски устойчивые. Вы можете при стирке 30 градусов этим бельем пользоваться до 7 лет. И пользоваться с большим удовольствием, даже жарким летом. Потому что выполнено оно из мягчайшей микрофибры с сатиновым плетением. О чем это говорит? Прежде всего, белье дышит, хорошо впитывает влагу, оно гипоаллергенно. И даже если в вашем доме нет кондиционера, вам не жарко, высыпаетесь на комфортном, чуть бархатистом, приятном тактильном белье. Оно еще и не мнется, и катыши со временем на нем не образуются. Это идеальное ваше цветочное счастье. Слушайте, давайте выбирать свое цветочное счастье, свой цвет и свои цветы. Выбираем для себя из трех оттенков, а можно забрать все три сразу, потому что цена у нас 999 рублей на любой размер и на любой цвет. Белый цвет на ваш экран. Он самый спокойный и нейтральный. Зеленый цвет с кувшинками. И это такая легкая водная прохлада. И мой фаворит — это фиолетовый цвет. Слушай, вот именно такой оттенок я искала для своей спальни. Конечно, сейчас это цвет гармонии, цвет процветания, цвет творческой энергетики. Но любой цвет сегодня и любой раз. Я правильно вижу? Да, три девятки — это главное предложение дня. Хоть полутораспальный, двуспальный или даже размер евро по цене 999 рублей. В полутораспальном у нас с вами идет одна наволочка 70 на 70, под одеяльник и простынь. В остальных размерах две наволочки 70 на 70. Абсолютный бестселлер телеканала Shop & Show. За один эфир более 1500 комплектов постельного белья «Цветочное счастье» вы успевали заказать. Но такой цены на все размеры мы вам не давали никогда. Не забывайте, при оплате картой сразу дополнительная скидка 5%. Юлечка, ну вот я сижу, лежу в нашем комплекте постельного белья, и ты знаешь, сразу же вспоминаю, как мы путешествовали с мужем по югу России. Мы съездили на машине в Сочи, мы прокатились в Новороссийск, побывали в Анапе, даже заехали в Абхазию. Вот такие краски у меня ассоциируются именно с путешествием. Ты представляешь, да, сколько ты энергии получила? Потому не выходя что ты из дома. Конечно, а это можно сделать, не выходя из дома, с нашим цветочным счастьем, потому что коллекция проработана именно с тем смыслом, что окунает вас в какие-то ваши эмоции путешествий, в какие-то ваши эмоциональные такие подъемы. Вы вспоминаете, когда у вас были яркие краски перед глазами, что вы тогда испытывали? Вспомните энергию счастья, чистоты, расслабления, просто счастье от нахождения на природе, правда же? И я для вас в этом году, мы знаем, разработала специальный паспорт цветов, и мы можем с вами теперь разложить каждый цветной комплект на оттенки. Это очень интересно. Я вам расскажу, как они на вас влияют. Поговорим об энергетике цвета, это очень важно для спальни, это психика наша, нам ее нужно стабилизировать, потому что мы
живем в непростое время. Например, белый раскладываем на белый и серый, он усиливает энергетику, он успокаивает, он помогает даже справиться с бессонницей. Давайте посмотрим. И вы, кстати, видите оттенки, которыми вы можете сочетать, да, это постельное белье в вашем интерьере. Зеленый. Да, желтый и такой вот зелено-изумрудный, чувство свежести, единение с природой. Поможет снять, кстати, мышечное напряжение, но потому что вы расслабляете голову, расслабляете мышцы. Я вот даже слышу плеск воды и сверчков. Вот такие, видишь, какие у тебя красивые ассоциации. Главный цвет года. Лилово-фиолетовый. Раскладываем его на лавандовый и темно-синий. Он дарит жизненные силы. Он вдохновляет. Это цвет творческих людей, цвет философов, мечтателей. По восточной мудрости и философии это цвет гармонии в интерьере. Очень красивые оттенки. Да, мурашек. Красивое белье, если так можно выразить. Действительно, настолько красивое, что мы с удовольствием будем его дарить. Обязательно. Делайте свой первый заказ на телеканале «Шопен Шоу» с главным предложением дня. Дарите, забирайте на подарки для любимой мамочки. Или, может быть, вы едете на какую-нибудь свадьбу, еще куда-то. Только сегодня любой размер и даже максимальный размер евро по цене 999 рублей. Не нужно выбирать ценовую категорию, мы выбираем только расцветку. Только расцветку, потому что от цены она не зависит. Ну, Юлечка, ты знаешь, у меня мамочка спрашивала меня, что такое микрофибра, да? То есть раньше такого материала не было. Да-да-да. Вот, а сейчас появился. Как он себя будет вести, насколько комфортно будет спать? Ну, сейчас мы уже к нему все привыкли. В свое время это, правда, был огромный прорыв. И если мы говорим и привыкли к хлопку, и что дыхание хлопку дала природа, то дыхательные свойства, вот эту стопроцентную аэрацию, когда ткань пропускает воздух, придумали японские ученые в 76 году на островах. Двое японских ученых разработали расщепленное полиэфирное волокно, которое обладает гипоаллергенными свойствами и ультратонкое, тоньше человеческого волоса. Оно было разделено на 12 частей, соединено в шахматном порядке. Получилось пористое волокно, поэтому на лето эта ткань хороша, она воздух пропускает, как натуральная ткань. Она впитывает влагу, испаряя ее с поверхности. Вы спите в сухости, чистоте, гигиене вам приятно, потому что влаги много теряем. Вон какая жара, не у всех есть кондиционеры. Эта ткань еще и, ну, это Наташа может подтвердить нежными ручками своими, ткань бархатистая и ткань без катышей, да и не мнется еще, вот, ты представляешь? Не нужно гладить, всегда яркие краски, всегда вы будете высыпаться. Выбирайте для себя главное предложение дня только сегодня. Любой размер по цене 999 рублей.